День знаний для жителей поселка Акжар-2 в этом году стал особенным. В микрорайоне бурно растущего населенного пункта появилась долгожданная новая школа. На ее возведение было выделено 421 миллион тенге из республиканского бюджета. Символический ключ от здания передал в руки руководителя учебного заведения застройщик, директор ТОО Алихан Ойл. С этого момента двери школы официально открыты для получения знаний. Созданы комфортные условия. На трех этажах расположились современные спортивные и актовые залы, просторная столовая, библиотека, кабинеты труда и информатики, необходимое количество учебных классов. Плюс ко всему школа обеспечена собственной котельной. Этого события жители поселка ждали давно. С открытием объекта появилась возможность обеспечить ученическими местами жителей микрорайона Акжара-2. Наша школа рассчитана на 320 мест. Здание полностью отвечает всем требованиям к объектам образования, оснащена всем необходимым оборудованием. В этом учебном году первый раз в первый класс отправились 7500 актюбинских малышей. В их числе 65 сельских первоклашек, которые сели за новенькие парты 49-й школы в Акжаре. Вполне понятно, что довольны таким стартом остались не только ученики, но и их родители. У нас сегодня очень хорошее событие. Открылась вторая новая школа, номер 49. Спасибо всем руководителям городскому, областному акимату, отделу образования, что создали нам такие условия для нашего поселка. Не обошлось в этот день и без пожеланий. В настоящее время в поселке фактическое число жителей перевалило за 8 тысяч, в то время как, согласно последней переписи населения, акжаровцев в поселке в 4 раза меньше. Хотелось бы, конечно, чтобы эта амбулатория у нас тоже открылась, полицейский пункт открылся, вторая школа. В общем, народ много сейчас. Теперь хотелось бы, чтобы и врачи, чтобы нормально больше было. А то у них рассчитано на то, что по переписи 2009 года, там всего лишь 2000 человек было тогда, в 2009 году. Но сейчас, дай Боже, расширилось, дай Аллах. Много населения. Поселок огромный. Тем не менее, учебный год для школьников уже начался. Отрадно, что в Актюбе запланировано открытие еще двух средних учебных заведений. Ведется строительство школ в поселке Заречный 4 на 1000 мест и на 600 мест в 12-м микрорайоне. Ирина Гудзько, Канат Таспагамбетов, программа «Факт».